Чувствуешь, какой креатив. Ладно, друзья, со мной рядом акула шоу-бизнеса, которая попробовала себя в роли и радиоведущей, и телеведущей, и она даже пела, и, ну, если что, она меня съест. Это Елена Швец. Аплодисменты. Спасибо большое. Мне тоже приятно находиться на сцене с 2 метрами красоты, обаяния, харизмы, ну и фонтанирующих идей в лице Александра Снегирева. Аплодисменты ему. Спасибо. Ну что, идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Итак, номинация номер 11. Лучший свадебный дизайнер. Лучший свадебный дизайнер. Весна Wedding была основана модельером Марией Алексеевой в 2009 году. Долгое время визитной карточкой бренда были будуарные платья. Но 2018 стал годом переосмысления образа современной невесты, и студия продолжила развитие с уклоном в современный минимализм. Символ 2019 года – серебряная ласточка, появляющаяся на платьях и фате. Все платья в студии создаются по индивидуальному заказу. Работа над образом начинается с характера невесты и всегда связана с контекстом свадьбы. Спиранса Кутюр. Это очень современный бренд свадебной и вечерней моды, для которого нет никаких табу и ограничений. За 5 лет он достиг многих высот и быстро набрал популярность как в России, так и за рубежом. Платья от Спиранса Кутюр – выбор самодостаточных, состоятельных и уверенных в себе девушек с утонченным вкусом. Концепция коллекции «Love Me» исходит из названия. Это призыв любви, мощный энергетический посыл во Вселенную. Отсюда настроение романтик, страсть, бабочки, воздушные рукава-фонарики. Это то, что витает в воздухе. Это любовь. Эмилиана Бенгази. Студия авангардного дизайна Эмилиана Бенгази уже более 25 лет создает оригинальные коллекции с высоким художественным наполнением. Дизайнер обращается к избранной клиентуре невест, которые ценят инновации, элегантность и эксклюзив. Платье производится непосредственно в Италии и реализуется в лучших бутиках по всему миру. Коллекция The Garden Inside проводит чарующую границу между мечтой и реальностью. Образ невесты полон грации, утонченности, неземного очарования. И кто же становится лучшим дизайнером? Давайте посмотрим оценки жюри. Самая загадочная номинация для мужчин. И это... Друзья, Спиранса Кутюр, аплодисменты! Спиранса Кутюр, браво! И мы ждем представителя на этой сцене. Вот интересно, в каком платье будет представитель, если они лучший дизайнер? И, боже, мы видим ее.